в такси. План дальнейшем? Ой, не знаю. Смотря про какие планы ты имеешь в виду. Если на поляне, сейчас приеду, буду с ребятами общаться, разговаривать. У нас все-таки приехали девочки. Нужно с ним тоже пообщаться. Все-таки интересно, что за личности. Вчера никого не выгнали, вчера отменили голосование. Валяйкум ассалам. Саламу алейкум. Чё ты, как ты, уцы? Я так постоянно, у меня лучший друг дагестанец, он постоянно. Чё ты, уцы? Да, голосование каждую пятницу. Зубы белые. Да, тоже нормально. Привет, привет. Слушай, ну если отменить голосование и каждый раз будут приходить новые участники, то у нас поляна переполнится, прикинь. Спасибо.
Нет. Такие штучки. Вейп и Гло. Хотите, вам покажу фишку Ромаша? Женек, когда сидит на лобном, либо где-то, ну, короче, где-то, так скажем, в каком-нибудь общественном месте, он постоянно так сядет, такой, типа, прищурится, короче, я не знаю, я с этого угораю постоянно. Он такой, типа, мать, что-то. Ну, кстати, Женек сейчас более-менее бодрый. Все-таки занимается свадьбой. Красава. Так, или хотя бы начать давать одну пятницу выгонять, а другую не выгонять пятницу. Согласен. Так было прикольно. Слушайте, ребята, у меня такой вопрос к вам. Как моим подписчикам любимым. Так, с кем, Юлька, сейчас отвечу. Короче, такой вопрос, смотрите, если вдруг так получится, да, все может быть, конечно, что на поляне у меня ничего не сложится, я буду за периметром, то какой контент вы хотели бы видеть? То есть, не знаю, там, может, какие-нибудь пранки, я не знаю, я вот люблю, допустим, ходить по улице, там, докапываться до людей в шуточной форме, поднимать им настроение, не знаю, угорать, вот, не знаю, допустим. Но, либо, вообще, какой контент хотели бы видеть? Там, с кем Юлька? Юлька сейчас ни с кем. Если ты про малую, то она сейчас ни с кем. Если про белую, то она с Тиграном. Ты что, издеваю? Теперь нет проблем с женским составом? Ну, да вроде пока нет. Спина уже болит. Про отношения с твоей девушкой хотим видеть контент. Ну, я бы сам тоже хотел видеть, конечно, девушку рядом с собой. Но кому я нужен, ребята, вот скажите, кому я нужен? Что-то кого-то не устраивает постоянно. Да что я за день балансирую? Хочу прийти к тебе на проект. Прикольно. Пишу тебе в лично, не отвечаешь. Ну, ребятки, еще раз говорю, я стараюсь, правда, отвечать всем. Я вот, ну, у меня даже была такая ситуация, когда я ответил девочке, которая, она там пишет, я тебя люблю, там вот эти все моменты. Я даже ей ответил, грубо говоря, да, и мало ли сейчас что-нибудь с собой еще сделает, суицидничает, если я откажу ей. Поэтому такой риск, ответственность такой, за такой момент я не хочу брать. Поэтому я, бывает, не всем отвечаю. Вообще стараюсь по возможности отвечать всем. Да я не переживаю. Что там на поляне нового? Да ничего, вчера, короче, все ругались, я уже рассказывал. И я вчера даже успел поругаться. Я поругался с другом, с Ваньком. Вот, там, так скажем, переборщил со словами.
что меня очень сильно затронуло. Ну, мы этот вопрос решили, поговорили, все нормально. Куда едешь? Еду на поляну. Да, у тебя день рождения. День рождения у меня 2 августа, а путь куда я держу? Путь на поляну держу. Привет, привет. Я бы на массаж съездил, значит, прям спина вообще болит конкретно. И больная спина. Некому разминать мне спину. У меня рост 1,65, 1,66, 1,67 даже где-то, может. Я говорю, давно не мерил. Как с Ульяной? Да никак, общаемся. Так, Миша с Аленой уже встречаются? Да, они в отношениях. Ох, ребятки, так спать хочется, вы бы знали вообще. Сегодня ради Миши вставал, вернее, встал, поехал, купил подарок. Везу этот подарок тяжелый. Слушай, на поляне у нас с телефонами нельзя, поэтому вряд ли. Белая Стеграда, да. А ты где был? Ездил за подарком. Хочешь детей? Ну, в таком возрасте и, в принципе, сейчас пока не хочу, потому что мое финансовое положение и состояние пока этого не позволяет. Но и даже желания пока не возникает. Что за подарок? Короче, Мишаня хочет подарить Аленке кое-какой подарок, о котором я пока не могу говорить. Вот. Но подарок значимый. Значимый подарок, прикольный. Ой, что-то он зазевался реально. Когда у Аленки, то ли 4-го, то ли 5-го. А сегодня у нас что, 4-е, 5-е, завтра у нее день рождения. Ждешь кого-то на проекте себе? Да, конечно. Жду очень сильно. Грант ни с кем. Я помню, когда кипишовал с Тиграном, он высокий, а я такой низкий, типа, ты чё, иди сюда. Сколько тебе лет? Мне 22 года, скоро будет 23. Молодняк еще, молодняк. Так, далеко были от Москвы? Ну... Может, если ехать с центра, то в районе часа где-то. Да я, слушай, я сам не понимаю. У меня глаза, видите, у меня они то зеленые, то голубые. Вроде красивые глаза.
вроде сам внешне не урод. Но они идут. Да, по телеку я меньше кажусь. По телеку я где-то, может, полторашка. Сидел на доме и ни с кем не построил отношения. Меня, кстати, с ним сравнивали, да, говорят, ты как Бен. Значит, просто не судьба еще. Твое счастье от тебя никогда не уйдет. Возможно. Думаю, идут этот вопрос так. Думаю, идут этот вопрос к кастингу и набирают одних шлюх. Яркая заявка. Так, меня красиво. Элана. Да, красивое имя. Я Вика. Прикольно. Я Настя. Прикольно. А я Илья. Здрасте. Короче, ребзи. Сейчас уже скоро связь пропадать будет. Поляне подъезжаю. Поэтому, если я пропаду, не обижайтесь. Сейчас что происходит? Позорище. Ну вот видите, ребятки, все бывает в жизни такое. Ну ты можешь звать меня замуж. Я даже тебя не знаю, малая. Так, хорошего дня. И тебе. Спасибо. Кольцо было проектное, которое дарил бывший. Нет, я бывшее кольцо еще дарил до, так скажем, проекта. Илья, я здесь. Так, ты здесь дома? Тогда где ты тренировался? Да, я с интерната начал тренироваться с армейским башным боем еще в интернате. Вот, и в 2016 году получил звание когда-то мастера спорта. Вот. И в 2016 году закончил в связи с травмами. Васа, я здесь, братка, я здесь. Так, я здесь, ребятки. Так, все, я, короче, подъезжаю сейчас уже. Поэтому давайте не теряемся. Я постараюсь прямой эфир как можно чаще выходить. Если получится вечером выйти, я сегодня выйду вечером. Поэтому всех обнял, приподнял, поцеловал, поставил обратно.